живем в России, самой большой стране на Земле. В России больше 150 народов, и у каждого свой язык и обычаи. В степях, между реками Доном, Волгой и Каспийским морем живут калмыки. Единственный народ в Европе, говорящий на монгольском языке. Калмыки с давних времен разводили скот, были ловкими наездниками. В старину, еще со времен Петра I, калмыцкие всадники храбро сражались в составе русской армии. Калмыки бережно хранят свои традиции и праздники. В конце холодного декабря справляют Новый год – зуб, в переводе на русский – огонь. Зажигают большие костры, считая, что чем выше пламя, тем ярче будет летнее солнце. И правда, лето в Калмыкии очень жаркое. Летом отмечают праздник земли и воды – урюс. В этот день брызгают на домашних животных свежим молоком, чтобы скот был здоров и давал много потомства. У калмыков много и других необычных праздников. А недавно придумали еще один – праздник тюльпанов. Его справляют весной, когда степь покрывается ярким ковром из цветов. Сказки в Калмыкии рассказывают самые разные. И каждая – как драгоценный камень, самоцвет.